Добрый день, дорогие наши зрители. Мы находимся с вами у слоновника. И давайте полюбуемся сегодня нашей прекрасной помпушкой слонихой Дженни. Вот кажется, что такая помпушечка, да? Или тот же бегемот, когда на него посмотришь, тоже кажется толстячок, пончик. А на самом деле, когда, если эта шкура прикрывает, а под шкурой там горы мышц, просто-напросто, что у слона, что у бегемота, потому что мышцы крепкие, функциональные, это залог выживания в дикой природе. Так, Дженни немножко разочарованно ушла. Но сейчас, Дженни, подожди, я угощу тебя, конечно же, просто сверху. Услышала? Угощу тебя. Ухом повернула так. Наша красотка. Так вот, друзья, возвращаясь к этому, ведь даже огромные слоны, они тоже порой являются объектом охоты оголодавшего львиного прайда. Если львиному прайду не везет с охотой, то они готовы рискнуть и могут даже напасть на слона. В этом плане индийскому льву, индийскому слону проще. Тигры не нападают стаями. Если нападают, то очень редко. И то это мама в основном с малышами, подростками. Все, друзья, Дженни обиделась и ушла. Вот так вот. А слоны, кстати, очень обидчивые. Они могут обиду годами держать у себя в голове. У них память просто супер. И в случае, когда подвернется удобный случай, они могут отомстить. Но я думаю, что Дженни не станет мстить за то, что сейчас не получила угощения. Как только выйдет, обязательно угостим нашу помпушечку милую.